Хэдшотик жестко, да, нифига. Есть. Найс. Найс! Сдайтесь, Плиш пишет. За такое не прощаем. Найс! Лучше. Он мой, оставь мне. Я сейчас покажу. Слышу, пишу к тебе. Самые интересные кадочки только у нас. Всем пока, я братва. Рик, тебе как всегда приветик, Алембуа. Всем добре. Ну чё, братик Рик, сегодня мы летим в напарники, но не просто так. Дорога до Гобуа у нас будет сегодня максимально необычная и сложная, надеемся, что нет. Потому что обнова только вышла, читаков по идее нет. И у нас сегодня цель играть только с дропом из кейса, который мы сейчас перед каточкой выбьем для нас. Чё думаешь? А здорово ты это придумал. Плюс. Поэтому заходим в магазинчик. Ты вообще какой кейсик любишь? Я лично обычно Empire кейсик мне больше всего нравится. Потому что он больше всего имеет интересного дропчика. Так, давай я сначала себе открою, а потом что-нибудь тебе. О, неплохо. Я, получается, всю игру с 5-7 и Tech 9 играю. О, мой, у тебя фиг. Так, от тебя что, какой кейсик? Не, ну я думаю, тут 100% нужно открывать шар. Давай, давай. Прикинь, сейчас тебе нормальный дроп выпадет, и ты будешь каточку мне бустить. Или нет? Что? Что там? Мы с тобой с 5-7 и с Tech 9 играем. О, серьезно? Да. Блин, я даже не пострашал, есть тоже Tech 9, блин. Имба, погнали, это будет полный разнос, каточка. Два чела будут с 5-7 и Tech 9 всю игру играть. Это просто жесть какая-то. Погнали. Так, Рикардик, полетела первая каточка, так как нам выпал Tech 9. Мы за КТ также играем с 5-7, так как это аналог Tech 9. Да, конечно, конечно. К сожалению, за КТ не поиграешь Tech 9. Нет, один вверху. Ковры, ковры, ковры. Хэдшотик жестко, да, нифига в пиксель там челик встал. За такие пиксели я сам обычно даю пиксели. Ой, опасно, у нас чисто бесконтактный бой. Как? Ладно, спокойно, спокойно, Рик еще жив, это все хорошо. Ну, у тебя плохая позиция, мне кажется. Да. ГГ. Походу, первая каточка слитая. Если мы первый раунд нашу пистолетку сливаем, то я тоже упаю на каутке слита 100%, потому что у нас столько пистолетов всю игру, а у них сейчас будет весь дроп ГГ нам. Не сым уже, челочка. Рик, тебе надо, короче, разработать тактику, чтобы играть с пистолетами. Так, у меня есть, все, хана, принимаю. Они там прыгают что-то. Готовься, чекай снизу, чтобы не обошел. Я буду чекать. Я псы чекаю, чтобы он не прыгнул к тебе. Блин. О, минус, минус 78, лох. Есть. Найс! Найс! Просто! Вот это имбулечка. Капец, мы тактику открыли, кстати, с тобой. Да нифига себе тактику открыли. Нормально тактика. Он опять там в пикселе этом. У нас пиксель батл, я как-то проиграл. Он лоу хп. И второй лоу хп, второй лоу хп. Прячься, он сверху. Ты что делаешь? Я сказал, он второй лоу хп там же. А гоу так делать, нифига ты их забрать. Изи, изи, берем эту каточку в ручки. Согласны, не согласны на Tech 9 играть. Реально? Так, это имба. Ну нифига себе. Ну мы сейчас покажем им силу Tech 9 настоящую. Я лоу хп, ГГ. Найс. Забрал. Лучше. Вместе сейчас. Один на ковра. Я ему сейчас хедшотик дам в пиксель, как он любит. Найс. Капец, самые интересные каточки только у нас, я не знал кого. Только что сказал про интересные каточки, и челик сразу решил под хаешечки. Да, тут, где-то тут. Вон он, у меня. Лоха, пэш. Ты можешь добивать, я тебе его оставлю, чтобы ты, как говорится, тоже... Спасибо, конечно, мужик. Ладно, не оставлю. Не благодари. Блин, это вообще легендарный разнос, как говорится. Прикинь, мы, получается, можно считать так, что мы выбили дроп и себе, и противнику из кейса. Кстати, да. Жесть, как же мы гениально придумали. Это просто гениально. Короче, берите тактику на вооружение. Обходит, обходит, обходит. Братишка. Как? ГГ. Рик, он в обсах, не надо с хаешкой бегать, он в обсах был. Снизу, давай. Как ты это делаешь? Да ну нафиг, ты собрался наконец-то. Киберспорт активирован. Найс. Что, есть какие-нибудь анекдоты на минутку, как говорится, тактических перерывов? Я только этого ждал, чё ж ты молчал-то? А, не, нет. Неудивительно, в принципе. Да у меня были, но нету. Анекдот в том, что мы играем с этими дропами. Это хорошая шутейка. Но не смешная, если что. Го без этих челленджов больше. Спасибо. Плюс, ну это, как говорится, пацаны, с вас 20 тысяч лайков, и мы дорогу до Гоба еще с какими-то челленджами делаем, если вы хотите. Один слева, один справа. Поехали. Так, первый готов. И второй на слева, слева, слева.
Пацаны, ну вы поняли, в принципе, что нужно сделать 20 тысяч лайков, и мы продолжаем какие-нибудь еще челленджи в дороге до глобов. Вообще, ММР-чи капаем максимально сложно для вас, для нас. И, как говорится, лайк все решит. Научите играть, пожалуй, пишет противник. Пацаны, просто смотрите наши видосики и играете так же, как мы. Я не знаю, типа, мне часто пишут, что после просмотра моего видоса пацаны учатся играть с М40, типа, мне кажется, это реально работает. Ой. Что? Ой, живу. Нифига, перезарядочка. Срочно. Чекай, жонглируем. Оп. Ой, я... Это здорово придумал. О, в прыжке. А, нет! Почти. Ты видел, я в прыжке там с быстрого в 5 попал, в чем он вообще офигел. Он бы тильтанул, если бы я его вообще в прыжке вообще забрал бы. Они угадали почти наш видос, чекай. Нифига себе. Плэнчер. Один лоу хп. Давай, плэнчер, я отвлекаю их двоих. Они за мной выехали вдвоем. Я им в спину иду. Ой, опасно было. Контролирую. Чисто каточка на пестиках, имба. Нет. А, он наверху был, понял. Один наверху, другой в кишке. Понял. Запаркурил не туда немного. Так, все, полетели. Продолжаем. Последний раунд надо выиграть. Точняк. Офигенно. Надо вместе, я не знаю, типа, лоу хп. Я тебя разменяю. Есть, нашел. Найс. Добро. Нет, как? Я думал, мы сейчас вдвоем сольемся от одного. Это кринж такой был. Я в тебе застрял, это гобелина. На слева. Стреляй. Пожалуйста. Найс. Лучший просто. Как же это было опасно. Я в тебе просто застрял. Думал, нас сейчас двоих прострелом убьют. Сколько плюсик? Плюс 7. Найс. Неплохо, в принципе, для первой разминочной каточки. Погнали смотреть, что нам выпадет на вторую каточку с кейсика. Гоу. Так, Рикардик. Полетели. Я, наверное, себе, как всегда, Empire кейс. Это мой любимый кейс. Мне чаще всего отсюда выпадал хороший дропчик. А ты что у нас будешь? Ой, зря. Ты че? Ой, стендофа плохо, я понял. А. Чекай. Ой, зря. Ой, полетело. Ой. Пустецкий такой. Перчатки? М60, что ли? Пулемет. Не, М-ка это слишком. Это слишком лизди, то есть будет 10-0. Поэтому, блин, давай еще этот другой стендов, пожалуйста. Хотя бы что-то посложнее, чтобы больше нам ММР давали за наши старания, пожалуйста. Так, разгончик погнал. Бустим на, как говорится, неплохой дропчик. Опа, юспик. А, найс. О, так это же... О, удачи тебе. Получается, я с юспиком и с глоком играем. Так, а ты что хочешь по дропчику? Какой кейсик? Мужик, ты же понимаешь, что самый четенький дропчик это фуриус кейсик. О, понял тебя. Погнали, мне не жалко, в принципе, 500 голды. О, 600 голды. Извиняемся. Я думал дешевле. Так, Ригардик, давай. Нормальный дропчик выпадай для тебя. Иначе гобелинск. Да ну нафиг калаш, что ли? Да не, а, ну ладно, почему нет? Че отказываюсь? Ты, получается, с калашом и ямочкой играешь, имба, полетели. О, так жалко, ужасно. Полетели в каточку. Так, ну что, полетела вторая каточка. И надеюсь, я с юспом затащу, потому что юспик, что-то этот, всю каточку с ним и с глоком как-то сложновато будет, особенно на бризе, где тут очень большие расстояния. Блин, печально. А мне что делать, пистолетный раунд? А, кстати, тебя нож только. Да, блин. Давай, я тебя сейвлю, ты на себя внимание отвлекай, я тебя сейвлю. Отвлекаю. Оба там. Не ссы. Они пусть байтятся на тебя. Чекай, как ты их забайтил, они просто только в тебя смотрят. Одному хэдшотик кинул. Все, байте, профессионально. Так я стараюсь 56 хп. Понял. Ай, мужик. Понял, и один патрон. Почти. Вот так выходим. Найс. 13 секунд. Нет. Живу. Я должен выжить. Мне сейчас звонит мага, не вовремя. Мага, не сейчас. Найс. Близко у меня. Один. Я отвлекаю. Вот так стреляю. Ты будешь этот зарабатывать себе на эмочку. Давай. Выходи. Ты что тупишь? Он перезаряжается. Найс. Все. Скажи, гоу ножи пиши. Блин. Быстрее. Да ты пиши ему. Он может согласиться с тобой. У меня только нож. Нормально ты его забайтил. О, давай. Нормально. Там дропчик чисто перед ним выкинул. Зато накопил себе на пол игры на эмочку с калашиком, имба. Гоу раунд на ножах? Это что? Гоу. Мне такое нравится. Да я только закупился! Вы офигели, что ли? Ты главное не слезься, возьми эмку. Стой, пошли, возьми эмку. Главное не слезься, все будет нормально. Найс. Отомсти за меня, ты сможешь.
Я. О, ты значок слепый, да? Значок чисто новенький, показал 7 бат. Так, ну я специально слился, чтобы ты еще больше себя накопил. Спасибо, мужик. Окей, все, ББ пишет нам хана. Слышь, готовимся. Так, смотри, сиди вот тут сиди в этот раз, если что, принимай их, когда они будут выходить. Хэдшотик одному дал. Так, принимай фонданчик, а я приму авик. Ты попал в него хотя бы? Да, он лох хп. А, понял. ГГ мне. Найс! Минус 49, понял тебя, как ты попал, все понятно. Ну там минус 27 было, алло. Найс, лох хп, 100% инфа, хорошая. Блин, Рикки, тебе надо хотя бы как-то этот, хотя бы одного разменивать, потому что против двух оружек писью спом это как-то вообще сложно на таких высоких званиях глобальских. Понял, ты меня еще флешишь, я сейчас мышку выкину! Что ты туда смотришь? Ты вообще не кидай флешки в этой игре, тебе противопоказано это. Ага, я буду только кидать флешки. А, я лоу хп, все, я психанул, я бегу пушить, сливаться. О, я чуть монитор не разбил. Жесть. Так ты что, в монитор кидаешь, что ли? У меня мышка с потолка упала в монитор. Блин, Рик, тебе надо, короче, походу... Я не знаю, что тебе надо еще выбить, чтобы ты мог этот играть с дропом. Братва, срочная новость. Булдроп теперь раздает скины на халяву. И если хотите P350 аутом, то залетайте по ссылке в закрепленном комментарии на Булдроп и вводите промокод на этот скин. А еще на сайте сделали самые окупаемые сундуки, которые показывают шансы на дроп. Такого еще никто не делал. Респект. Залетайте по ссылке в закрепленном комментарии на Булдроп и выбивайте крутые скины. Удачи. Короче, нам надо вместе сесть, потому что я не знаю, если мы не вместе, то все, это гоблина. По одному я не могу с юспом против двоих, и ты против одного не можешь. Сэмочка, что думаешь? Сейчас попробую тебя завалить, чек. Давай, короче, вот чек и выход, и я тоже чек и выход, и все, вдвоем стоим. Все, чек и выход. Есть, смотри, чел. Найс, отлично. Ой, я его добью, если что, не ссы. Покажу сейчас, как надо. Ну ладно. Понял, патроны кончились. Патроны на ESPN? Не ссы. Я не знаю, кстати, как они так быстро кончаются, просто жесть полная. Ну, 4 раунда, по идее, с нашим дропом это нормально. Правда, будет сейчас очень печально за Т-сторону. Когда там они будут стоять и ждать нас на префе с нормальным дропом. Луачанский, по идее, это юз лучше, чем юз. Как минимум тут 20 патронов, а не 12. И можно тащить. А ты беги сейчас с ножом, короче, на размен. Пошли за мной туда вперед. Уворачивайся постоянно от пулика. Слева. Я один. Блин, вы хочу на меня, он первый убивает! Гоу-ножи, чисто забайтим. Они согласятся, я думаю. Гоу-ножик, прикинь, сейчас киданут нас. Это будет самое обидное, если они киданут нас. Не-не-не, все нормально. Все, нам, блин, какие ровные мужичелочки. А, они тоже стричат, говорят, за такое вот так делаем. Мы тоже так умеем. Найс, давай, он мой, оставь мне, я сейчас покажу. Ну ладно, мужик, держи. Все, отомстил за прошлый раунд с ножами, который был. В принципе, ты накопил на калашек, теперь можно и играть. Стой, подожди, может они опять предложат реванш? А, ну, вроде не предлагают, поэтому нормально успел закупиться. Гоу, еще! Да, блин, я закупил уже! Ну ладно, тебе главное сейчас скилл дать с ножа, и ты опять закупишься в следующем раунде. Все, оставь мне. Моя очередь, как говорится. А, понял, он воспользовался моим моментом. Давай, ты должен обязан это сделать. Сейчас ослепнет сам, прикинь. Найс! Ну я тебе просто оставил двух человечков, чтобы тебе хватило на всю игру калашей. А, ты еще себе сосейвил калаш, имба! Я думал, ты его, кстати, на базе скинул почему-то. Да как? Минус 158, Рик, ты что, не налечил? Вон, добивай. Так потому что далеко был, поэтому... Короче, тебе надо выходить, иначе если я буду выходить с кулаком, типа, это бесполезно. Так что ж ты выходил? Так я же не думал, что ты будешь все игры стоять. Короче, все, мы поняли тактику. Сейчас пошли через мид пушить, и в этот раз тебе надо первым ходить, чтобы я разменивать мог. Иначе я сливаюсь, типа, бесполезно тебя одного оставлять. Найс, все, пошли отсюда. Давай, я с тобой на размен. Вот тут он, в нычке. Найс. О, красавчик! Ну я тебе оставил чистый его. Чуть просто оставил тебе его. Зачем ты калаш выбросил, мужик? Так у тебя деньги есть, я знал, что у тебя есть. Не ссы, как говорится, так честнее, когда сам закупаешься. Год тут просто вдвоем ждать, просто тут сидим и ждем. О, вышел! Ой-ой-ой. Нифига, ты, кстати, это твоя позиция, походу, легендарная. Ты на ней тащишь. Ну что, просто... Я нашел его, он в колоннах. Слева, я понял. Давай, я его отвлекаю жестоко, а ты просто его... Как говорится, в бочинку. Он прошел? Понял, опасно. Ладно, пушить надо с таким хп.
А, он просто сидит, он просто... На двор вместе, ну как мы тупим постоянно, мы же вместе надо играть, иначе это слив. Нельзя камбэк отдать. Надо сейчас хотя бы тебе один минус дать, и все, игра, изи катка. Найс! О! Все! Давай, я выхожу, ты разменивай. Только не за спиной у меня не стоит, а мы сейчас этот, сольемся. И давай, добивай. Найс, найс, все. Так вот и работаем в таких челленджах, когда неважно какой дроп, важно, что вы вдвоем работаете, понимаете, братва? А ну-ка. А, плюс ноль. Мышка, живи. Я надеюсь, я сконтролирую свой гнев. Я понял, все. Короче, если мы сейчас за следующую катку нам и не выпадает нормальный дроп и не окупаемся, и мы не окупаемся, то все, можно удалять сендов, потому что это жесть. Плюс ноль я не хочу, или минус, это вообще полная габалина. Летим в следующую катку смотреть, что нам выпадет по дропу. Так, давай в этот раз я, наверное, куплю шарп кесик на третью каточку, потому что что-то с эмпайром мне падает то, с чем вообще очень сложно на таких званиях высоких играть. А тебе что в этот раз? Давай, наверное, фейбл. Ой, давай фейбл, реально. О, топчик вообще. Так, пожалуйста, что-то тащи. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Глок. Это же было. Ну, неинтересно. Давай, давай еще. Не, ну, ты уже прошел челлендж с глоком. Нужен другой дропчик. Так, давай еще разок. Глок. Гоют, гоют. Стой. Я сейчас мышку буду жонглировать, я тебе отвечаю. Я тебе отвечаю, я сейчас мышку буду жонглировать. Подожди, почему мне... Шарп, я все еще хуже дроп падает, чем с Фэмпайра. Юсп. Ну ладно! Так. Короче, Empire Case, я понял, это намек, то, что мне нельзя с него уходить никуда. Иначе это габалина полная. О! Как тебе? Я не понимаю, почему... Что с игрой? Почему мне выпадает то, что я играл уже? Это что за приколы? Короче, это намек на Скорпион кейс, на самый фиговый кейс в мире. Чек глок выпадет, я угарну. Ну, МП-7 банана. МП-7 банана, это лучше, чем, как говорится, то, что мне выпадало. А, кстати, он за КТ, а за Т с чем мне играть? МП-5, мужик. А, ну все, тогда так, а тебе теперь смотрим, пожалуйста. Рикардик, тоже неплохой дропчик, либо ножик выпади. Ножички? Да что за фигня? Ну, ё-моё! Ну, одно и то же! Сколько можно? Дайте нам разнообразие, стендов, ты чё с тобой не так? Да. Дайте хоть что-то новое для нас. Что опять? О! Это было. 5-7 стат. Мы играли уже с 5-7 всю катку. Он что, угорает над нами? Давайте. Скорпион, давай тоже Скорпион. Тут, Скорпион. Походу, только Скорпион нормально. Мы сейчас еще всю голду на кейсы потратим. Ты понимаешь, насколько это кринж-тансион? А, ну, ты тоже. А, я, ну, играешь. Понятно. Понятно. Мы просто 1000 голды подсчислили из-за тупых выпадений стендофа, которые просто одно и то же выдают нам каждую катку. Я просто в шоке, блин. Идем в следующую, как говорится, третью решающую катку по ММРчику. Пожалуйста, апни. Так, Рикардик, последняя решающая каточка по ММРчику. Надеюсь, мы окупимся. Не забывай, нам сейчас надо накопить на МП-7, поэтому с ножичек... А, ты не загрузился, да? Мужик, что со мной, в смысле? О, все, ну, прогрузился. Что ты так долго... Так нет, я не могу двигаться. У меня пустой экран, чтобы ты... Понял. Типа, что? Зачем я за тебя смотрел полчаса? Сдайтесь, Плиш пишет. А, за такое надо 8-1 делать. За то, что они, во-первых, воспользовались нашим положением, что Рик залагал, и еще пишут сдайтесь. Офигенно. За такое не прощаем. Вы тебя попали? Минус 5 хп. Минус 5 хп! Первый. Хп. Ой-ой-ой. Как? Что он залагивает? Я не понимаю, как этот баг работает, что у него просто голову видно. Мою, а я его не вижу, голову, офигенный баг просто, топ-1. Сейчас баг, наверное, в стендофе, в напарниках, имба. Так, продолжаем, без прощения, запоминаем. Эта катка вообще должна быть самая жесткая каточка. Стрим. Чисто. Троллинг. Навидаешь всякие. Слышу, бежит к тебе. Первый готов, у меня второй. Внизу, вход. Я иду. Я десантируюсь к тебе. О, лол хп, минус 80. Найс! Просто братанчик не успел убежать, перехватываем. Давай продолжаем, брат. Давай, просто. 8-2. Ой, он уже тут. Офигенно, я сам себе хаешку прокинул. Офигенно, оп. Я ослеп. А, Бомин, не пользуйся слепками.
Он знает, что-то я тебе отвечаю. Ты видишь это? Он просто смотрит постоянно, где я. Ладно, не будем ничего предсказывать, в принципе. Будем надеяться, что все чисто. Я буду пытаться их пушить, потому что я не знаю, типа, по-другому, какие шансы у нас есть. С таким дропом только надо пушить. О, го, вдвоем пушить. Давай, давай, давай. Не боимся ничего. Го, я вперед, вперед, вперед. А, минус 60. Первый. Найс. Красавчик. Блин, чувствую, нам немного ММРчик дадут за эту каточку, это печально. О, гоу нажимит. Проверим, захотят ли они с нами чисто сыграть в нашу игру любимую. О, реально согласились. Давай, иди первый, я тебя разменяю, как всегда. Круто ты это придумал. Давай. Я разменял, сказал же. Хорош. И второго также. Хорош! Все, накопили то, что нам надо. Так, МП5, по-моему, сейчас покупать или МП7. А, конечно. А тут есть такое? О, реально есть. Нет, тут такого. Серьезно, что ли? Он, кстати, еще дешевле стоит, чем МП7 за КТ. Ты понимаешь, насколько это жестко? Будем в экономике чисто превосходить за счет этого. Да я хаешку, фишку. Близко? Да блин, ну я не ус. А, я минус 96 ему дал, кстати. Найс. Ой, зря перезарядка. У него вовремя перезарядочка. Потомчик. Нет, у нас, короче, такая фигня, что нам нельзя опять отдельно ходить. Это ж я ж забыл. Так мы были вместе, ты чё? Так, как мы были вместе, если ты меня не разменял? Так вот. Я не успел, ты же вылетел в первом воздухе, тебя снайпнул. Что я мог так сделать? Меня не в воздухе снайпнули меня после того, как я приземлился давно снайпнул. В этом-то и фишечка. Я рядом был. Ну, мне же не к тебе бегать. Я его отвлекаю. А, понял. Отлично. Отлично, размениваем как надо. Продолжаем. Прошел. Только внюк, я его не видел. Там два чела, понял. Два чела. Первый готов. Ой, как же ему повезло. Я столько патронов промазал в воздухе. Вот так. У меня это было жестко. Чтоб не ожидал такого. Найс, первый готов. А где близко ко мне? Все, отлично. Давай, так же. Продолжаем. Ты видел хаешечку? Ты видел эту божественную хаешечку? Ты их замажил. Найс, давай. Блин, ну это печально, но мы могли бы выиграть их, конечно. Надеемся, хотя бы не минус дадут, иначе это просто можно удалять сендов после этого. Выходим. Слепо, аккуратно! Блин, вовремя, конечно. Я на подсадочку. Первый. Второй. Найс! Просто скиллуха под конец зарешала жестко. Это просто имба. Сколько плюсик, пожалуйста? О, плюс. Спасибо. Ну, хотя бы плюс 5. Как говорится, маленькими шажочками, с легендарными челленджами идем к глобалам. Следующая серия дороги до глобала на 25 тысяч лайков. Поэтому, кто еще лайк не поставил, поставьте лайк. Подписывайтесь на наши каналы. И всем до следующего видосика. Всем пока!